5 февраля в здании прокуратуры города состоялось совещание по обсуждению итогов работы прокуратуры города за 2018 год. В работе собрания участие приняли глава города Зайнуддин Акмазов, руководители правоохранительных органов, исполняющие обязанности председателя Хасавюртовского городского суда и работники прокуратуры. В своем выступлении прокурор города Гасан Юсупкадиев отметил, что за отчетный период не совершено ни одного посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В разы снизилось количество преступлений, совершаемых с применением оружия. Юсупкадиевым также были отмечены положительные результаты работы межведомственной рабочей группы по увеличению доходной части бюджета вместо 176 миллионов рублей в 2017 году до 217 миллионов рублей. Прокурор города сообщил о проведении надзорных проверок по исполнению комплексного плана дополнительных мероприятий по декриминализации социально значимых сфер в Республике Дагестан, утвержденный Генеральным прокурором Российской Федерации. В целях улучшения ситуации в сфере дебиторской задолженности за энергоресурсы и устранения нарушений закона прокуратурой города в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций были внесены представления. За отчетный период следственными органами города в сфере топливно-энергетического комплекса возбуждено 30 уголовных дел, из которых 23 по факту хищения энергоресурсов и 7 по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии. В свою очередь глава города Зайнуддин Акмазов подчеркнул об улучшении взаимодействия органов местного самоуправления с прокуратурой города. Также в ходе своих выступлений заместители прокурора говорили о принятых мерах и достигнутых результатах прокурорского надзора в различных сферах жизнедеятельности.